вчора, напевно, шокова новина була для всієї футбольної спільноти, ну, львівської так точно. Ви вже тепер не головний тренер футбольного клубу «Львів». Як про це дізналися і як інформацію цю сприйняли? Да, это правда, но надо тоже объяснить, это не проблема между нами, да, я имею в виду, я и ФК Львів, команда, президент и генеральный директор, у нас осталось друзья, это все нормально. Проблема это федерация, да, и федерация решил такой вопрос, который я не могу работать как главный тренер, потому что у меня нет УЕФА про лицензии. У меня есть УЕФА А. Перед початком чемпионата, чи знали ви про те, що особисто ви, чи знали, що тренер без про лицензии УЕФА не має права очолювати команду в країні прем'єр-ліги? Я знаю, конечно, я знаю. Я уважаю, но у меня есть про, например, Бразилия. Но я тоже знаю, между нет отношения между Комибол и УЕФА, да, например. Но все равно я пришел, да, на работу, показываю документ. Если проблема это самая, почему сначала не говорю, не потом? Это питання не могло бы решить, чтобы пішли на курсы навчання УЕФА про? Да, но сначала вот эта группа, которая сейчас учёвывает УЕФА Про, я хотел. Не получилось, потому что Китай. Я работаю, я серьезно хотел. Но так не получилось. Я пришел и через... как вариант есть, еще один вариант, который я могу, да, начать УЕФА Про лиценз. Но сначала не получилось, потому что вот эта группа, которая сейчас занимается, нету на странс. Когда я был на учебу, у нас было 3-4 иностранца, вот эта группа уже нет. Кто винен в этой ситуации, яка сталася? Это юристы, можливо, команды, которые не допрацювали, не вивчивши до конца це питання, чи це все ж таки Федерація футболу України, яка мала відреагувати ще до вашого призначення на посаду головного тренера, і хто винен? Клуби не винуваті. Я считаю, клуб не виноват, а я не виноват, но я не могу говорить, федерация тоже виновата. Мне вопрос, почему сначала не говорил? Если сначала поговорить, все нормально. Я спасибо большое, не получится. Жумар, ты хочешь, встаешь как ассистент, но это просто, как я могу сказать, надо сначала... Сразу, да, решить такой вопрос. Не потом, до конца, я еще не понимаю, да. Серьезно, я чувствую, как я сейчас без сердца, без ноги, потому что футбол – это не только работа, это моя жизнь. Ну, хотели бы залишитись в структуре в Львові? Да, конечно. Это самое, возможно, большой ступень моей карьеры. Это такой проект, очень перспективы. Мне надо сейчас смотреть и на мою карьеру, что я хочу. Но это 100%, я знаю, это первое, я знаю, мне треба, это что я хочу, заканчивать это последнее учебу УЕФА Про. И дальше это что я уже планирую, как карьера, у меня есть задача, я хочу играть в Лиге Европа. Но можно не сейчас не получить УЕФА Champions League. Я хочу, поэтому мне надо заканчивать вот эта тема на лиценза Про. И дальше посмотрим.